Подмосковье подвели итоги регионального этапа конкурса «Доброволец России». В Доме правительства Московской области в Красногорске собрались волонтеры, которые прошли со своими проектами в финал. Встречу провела Ирина Плещева, министр по социальным коммуникациям. Но я в любом случае хотела вам, пользуясь случаем, пожелать удачи. За каждого из вас выдерживаем пальцы и точно абсолютно не переживаем, что кто-то незаслуженный пройдет, потому что все здесь сидящие абсолютно заслуживают этой победы. В этом году на конкурс подали без малого 30 тысяч заявок, почти 300 от жителей Московской области. Десятая часть из них продолжит бороться за победу. В финал вышла жительница Химок Луиза Гагарина. Фонд «Соратники», который она возглавляет, занимается помощью сиротам, инвалидам и престарелым людям. Для меня, конечно, это очень знаковое событие, потому что я вышла с номинацией «Волонтерский центр». Это очень интересно будет и для нашего населения, и для моих коллег, которые работают в некоммерческом секторе. Безусловно, меня распирает от гордости, ну, потому что ты ощущаешь ведь... И понимаешь то, что ты живешь не зря, что ты работаешь для людей и с людьми. Заявки подавали в трех категориях: доброе дело, социальный проект и творческая работа. Волонтеры борются за гранты, сумма которых доходит до 2 миллионов рублей. Победители прошлогоднего конкурса реализовали на эти деньги проекты помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, программы поддержки пенсионеров, людей в трудной жизненной ситуации и другие. Кого выберет жюри на этот раз, станет известно в ноябре.